обломки! Готовьте весла! Уничтожим врага! А ну еще раз! Пустите пламя! Стреляем по команде! Поджари, капитан! Мы не попали! Возвращение капитана! Осторожней! Там полно пиратов! Причалим! Стоит от...
отправите Кара разведать обстановку. Он найдется. Вот и он. Никого. Мне подходишь. Вступай в мою команду. Вроде подходящий. Вот он. Он станет ценным членом команды. Этого хватит? Не беспокойся. У нас еще будет возможность набрать в команду больше людей. Думаю, они нам понадобятся. Держим курс на Мегариду. Долгий путь способствует отдыху. Но ведь это не по нам. Если захочешь развлечься, почитай мой судовой журнал. Я записываю все, что представляет интерес для отважного капитана. Come on.
кто-то есть? А ну, прекратите! Война изменила Грецию. То спартанцы и афиняне, то разбойники и пираты. Боги, спасите нас от самих себя. Там, видишь остров? Там прикинь, где я. Грибинские корабли перекрыли путь к бухте. Курс в открытое море. Готовьте луки. Легче! Помедленнее! Ветер! Бросайте! Они идут прямо на нас! Готовьтесь! Афинский пес Перикл боится вас! Прячется в Парфеноне!
с драматургами и софистами! Он не смеет выйти к нам, сразиться на поле боя! Он знает, как вы сильны! Он знает, что дни афинян в Мегариде сочтены! Он знает, что дальше черед Афин! Ты прорвал блокаду Афинян. Они мешали мне. Спарта перед тобой в долгу. Тюхи улыбнулась тебе. Ты подоспел как раз к великой победе моего отца. Если Николаус твой отец, значит, мы с тобой братья. Тебя ударили по голове во время боя? О чем ты говоришь? Волк мой отец, так же, как и твой. Глупость. До того, как он принял меня в свою семью, у него было двое детей. Оба погибли в Спарте. Кроме того, что стоит перед тобой. Ты почти провел меня, но я не вчера родился. Поговорим о том, зачем ты здесь. Какой наемник станет воевать, если ему не заплатили? Скажи, зачем ты на самом деле здесь, пока я не зарубил тебя? Я хочу увидеть волка. Это не так просто. Николаус командует всеми войсками Спарты. Если это и впрямь твоя цель, мне придется огорчить тебя. Ты точно тут за все в ответе? Что-то ты не похож на спартанца. Возможно, мне стоит пойти к Николаусу. Пожалуй, чувство юмора – это не то, что нужно наемнику. Но мне пригодится твоя помощь, если ты не прочь подзаработать. Корабли уничтожены. Но Мегарида по-прежнему в руках афинян. Чтобы дать им бой и оттеснить врагов в Афины, нужно ослабить их позиции. Почему для этого нужен наемник? Кажется, вы располагаете множеством солдат. Дело не в размере армии. Мегарцы – наши союзники. Мы не хотим вводить войска, пока не будем уверены в победе. Лазутчики уже думают, где нанести удар. Я готов служить. Вместе мы обеспечим победу Спарте. Ты не совсем обычный мистик, правда? Как раз то, что нужно, чтобы справиться с этим проклятым афинянином. Если нам удастся выманить и убить их предводителя, мы сокрушим афинян на поле боя и заставим отступить. Украв их сокровища, уничтожив припасы и опытных воинов, мы сделаем их уязвимее. Покажи это лазутчикам. Если встретишь их, обязательно узнай, нет ли вестей. Возможно, им будет нужна помощь. Думаю, мне все понятно. Кроме того, не забывай, что с каждым убитым афинским солдатом мы на шаг ближе к победе. А когда я поставлю Афинин на колени, я встречусь с Николаусом. Или ты будешь следующим? Отправь афинских псов к Аиду, Мисти. Сделай это, и волк лично проследит, чтобы тебя наградили.
Чтобы подобраться к волку, нужно помочь Стендеру одолеть Афинин. Не буду терять время. Прочь отсюда! Чем могу быть полезен? Всегда рады.